Мы уже в эфире, что ли? Ой, я только сейчас увидела. Привет, привет, ребятки. Все, всем привет. У нас сегодня такой внезапный прямой эфир. Я решила с вами сегодня поболтать воскресным вечером. Рассказывайте, как у вас дела, что нового, чем занимаетесь. И скажите мне, я перешла несколько дней на другую партнерку, и у меня должен был появиться суперчат. Если вы знаете, что это такое, это в чате такая вот иконка с долларом. Если посмотрите, она вообще включена, работает, потому что я еще пока не настраивала. Вот, скажите мне, если что, в общем, в чате напишите мне. Чат мой у меня на планшете. И мы сегодня с вами поболтаем. О, я рада, что вы тоже все здесь. Итак, ребятки, что мы сегодня будем делать? У нас сегодня не просто так с вами болталки. Конечно же, вы обязательно задавайте свои вопросы и говорите, как меня слышно, не слышно. А мы сегодня с вами будем делать глинтвейн своими руками. Глинтвейн, естественно, безалкогольный. Итак, что нам понадобится? Конечно же, первым делом вот такая чудесная кружечка. Я думаю, вы ее многие уже видели. Напишите, откуда она, где я ее купила. Так, прикольная опечаточка. О, Вселенная, и все здорово слышно. Итак, что нам надо для глинтвейна? Я купила сегодня вот такой огромный сок вишневый. Ой, боже мой, это основной ингредиент нашего безалкогольного глинтвейна. Что нам еще потребуется? Яблочко. Так, апельсинчик мы используем, будем использовать половинку. Вот такие вот звездочки, кто знает, как они называются. Их Гермиона в Гарри Поттере добавляла в оборотное зелье. Так. Что у нас там? И по чату тоже задавайте. И еще кое-что, что я не сказала. Так, где оно у меня? Ладно, корицу не будем добавлять. Вот такая смесь для глинтвейна. Я уже ее немножко добавляла в пирог. Пахнет изумительно. Да, меня зовут Кристина, потому что канал называется Кристина Санько. Привет, как дела? Так, про кружечку. Я смотрю, не догадались. Это у меня из фикс-прайсика. Купила я ее недавно. Еще сейчас вам покажу кое-что. На самом деле я купила много всего, но все показывать пока не буду. Увидите в новых роликах. Купила я вот такого классного паучка. Это для декора к Хэллоуину. Я с ним буду делать классные прикольные штуки. Потом такие еще перчаточки со скелетами. Их я тоже буду использовать, но чуть-чуть попозже. Так. Катя Кузнецова, я читаю все комментарии, так что слово индюк я, пожалуй, произнесу, чтобы ты убедилась в этом. Так, все, молодцы, да? Догадались, что это с фикс прайс. Паучок. Олхаус, привет тебе. Итак, давайте готовить глинтвейн, потому что сейчас проболтаем и ничего не сделаем, как обычно. Так, первым делом нам нужно будет. Так, кастрюлька, да? Вот такая кастрюлечка у нас. Сейчас мы сюда будем заливать наш сок. О, тяжелый какой. Итак, льем.
не пролить бы. Я вылью, наверное, вот так. Много я не буду заливать. Пол кастрюли. Остальное оставлю для других каких-нибудь DIY-ек. Итак, основной ингредиент у нас залит в кастрюлю. Теперь добавляем разные специи. Итак, сначала я порежу яблочко. Яблочко будем резать по-модному. Сейчас я тут отрежу кое-что. О, Господи, яблочко оказалось не очень. Простите. Давайте заменим яблочко. Какое-то жутковатое яблочко у нас. Все, нормальное яблоко нашла, сейчас помою я его. Так, яблочко готово. Нарезаем его по-модному. Что у нас в чате? Фигурку оленя Fix Price видела. Фигурку оленя — это такой беленький, кажется, да, где там для колечек. Или розовенький, какой-то такой миленький. Да, видела. А, Наталья, Ната. Да, какой у тебя вопрос? Задавайте вопросы, давайте побольше вопросов, чтобы я всякую ерунду не говорила. Так, как резать яблоко по-модному? Я обычно режу вот таким образом. Вот как-то так. По-модному для глинтвейна мы режем яблоко вот так вот, чтобы получились кружочки. Сейчас вам покажу. Так, звездочки должны у нас получаться. Какой-то нож неудобный. А где звездочки? Главное не порезаться. Ай, нож неудобный прям. О, звездочки. Слишком большие куски яблок, их нужно, конечно. Порезать. Возьму нож побольше. Алиса паука не боится? Нет, она обожает этого паука. Алиса у меня таких страшилок не боится. Она, наоборот, любит всякое такое вот жутковатое, страшное. Так, и вот здесь еще мы сделаем ножок. Мне не нравятся вот эти вот черные штучки. Сейчас мы их отрежем. Когда Хэллоуин декор? Я сейчас работаю над этим видео. Я уже сделала несколько DIY-ек. Я еще хочу сделать пару DIY в прямом эфире на неделе. Кстати, напишите, когда вам удобно смотреть прямые эфиры. Выходные или в будние дни. Если в будние дни, то скажите, когда, чтобы я выходила в эфир, когда именно вам удобно. Режем. Сейчас я вырежу серединки. Когда будет обзор рисунков? Ой, ребята, очень хочу обзоры рисунков, но мне так не нравится статистика. Я вам говорила, что прямые эфиры обычно никто не любит, и от эфиров отписывается просто огромное количество людей. И из-за этого мне так обидно, что вроде бы стараешься, что-то делаешь, но от прямых эфиров отписываются. Обзор рисунков. Я думаю, мы возобновим с вами такую практику чаще встречаться. И сделаем что-нибудь в выходные в 5 часов. Так, поняла. А в будние дни, когда вам удобно? Когда декор на Хэллоуин? Хэллоуин, конечно же, обязательно будет. Это мой вообще любимый сезон осенний. Поэтому даже не сомневайтесь, Хэллоуин будет. Так, яблочки мы нарезали. Давайте в сторону. Режем апельсинчик тоже кружочками. Ножик побольше давайте. Thank you.
Вообще, я смотрю, мои видео по Новому году также набирают большое количество просмотров. Может быть, кто-то хочет уже новогодний декор. В прошлом году я выпускала видео с новогодним декором уже в середине октября, и его хорошо тоже смотрели. Сколько тебе лет? В последнем видео про кожу, крема и косметику своими руками я говорила, что мне 30 лет. В будние дни, в любой день, также с 5 часов вам удобно. Окей, я поняла. Тогда будем делать так же. Так, готово. Фруктики мы нарезали. Теперь такая самая красивая, наверное, часть будет у нас. Добавляем все ингредиенты в нашу кастрюлю с вишневым соком. Наталья Ната, большое спасибо за такой многослойный комплимент. Значит, никто почему-то не отгадал, это звездочки бадьяна. Его еще называют анисом. У него такой специфический вкус, но мне он нравится. Он нравится не всем, но для глинтвейна он будет идеально подходить. Прикольно, что после того, как мы все это сварим с вами на огне, апельсинчики должны у нас покраситься в такой вишневый красноватый цвет. О, какая красота! Все это помещаем сюда. Так, у меня там телеграм. Бум-бум. Наши яблочки. Мы их кладем вот такие вот для красоты. Они тоже у нас будут окрашиваться в такой цвет. Россыпь яблочек кладем вниз, они нам сейчас пока не будут нужны. Так, эти кладем вниз. И классная часть, такая приятненькая, это засыпать смесь для глинтвейна. А запись, да, запись останется, обязательно смотрите. Итак, напоминаю, для тех, кто только что пришел, мы с вами варим глинтвейн и отвечаем на вопросы. Я засыпаю смесь для глинтвейна, здесь у нас... так, какой-то сахар, корица, разные специи. Точно смесь для глинтвейна. Что-то я тут корицы не вижу. Мы сейчас ее отдельно с вами добавим. У меня есть еще отдельно корица. Так, я думаю, хватит. Сейчас еще корицы добавим. А, вот у меня же здесь есть коричневые палочки. Сейчас разберем мою композицию и возьмем отсюда палочки. Сейчас я, конечно, их помою. Все, что... Шишку упала. Так, готово. Коричневые палочки у нас. Классно пахнет. Кладем их в наш глинтвейн. Вот это какая-то она. Ну, не, нормальная. Кладем все сюда. Очень красивый так. Что, поэтому у меня ошибка вылезла на трансляции. Как вам, видно меня или нет? Настройка трансляции. Пишет, что у нас с вами плохо... Транслируется. Качество плохое написано. Как вам, ребят? Напишите про качество трансляции, и я сейчас буду ставить, если все нормально, буду ставить на огонь. В каком городе ты живешь? Сейчас я нахожусь в Новороссийске. Я вообще живу на 2 города. Все хорошо, говорят девчонки. Так, сейчас я вам попытаюсь показать с компьютера, какая красота у нас здесь получается.
Вот. Мне кажется, очень красиво. Секундочку. Алиса ушла гулять, но что-то мне кричит с окна. Так, надеюсь, вы увидели красоту, которая у нас получается. И все, сейчас мы все это ставим на огонь. И будет вариться. Немножко не доводим до кипения, короче. Как это объяснить? Тут примерно до 80 градусов. Очень красиво. Я сейчас даже сфоткаю. Вид, конечно, просто нереальный. Мне очень нравится, что получилось. Пока у нас глинтвейн варится, давайте с вами поболтаем. Так, я куда пока это положу? Сюда. Потом после эфира уже буду мыть посуду. Так, давайте, ребятки, поболтаем. Что у вас интересного? Что вы хотите видеть на моем канале? Мне все очень важно от вас узнать. Сейчас немножко глинтвейн у нас доварится, примерно, ну, до кипения не доводим, но минут 7 поварим, а потом будем уже снимать с огня и дегустировать. А я не сильно опоздала, ну, как тебе сказать, глинтвейн мы уже сделали, поставили его на огонь, сейчас отвечаем на ваши вопросы. Получилось очень красиво, спасибо. Вид, конечно, нереальный, я зафоткала офигенно. Прикольно, мне нравится у Кати Кузнецовой. Готовь, как у Кристины, мама. Офигенно. Когда будет серия про Хэл? Хочу осенний скотч. Давайте я буду записывать, какие вы темы по видео хотите. Значит, по по хэллоуинскому декору, да? Ну, я не знаю, я его записывать не буду, потому что я и так его сейчас делаю, так что скоро он будет уже. Завтра мы с Алисой будем украшать весь дом к празднику уже. Я буду использовать как готовые изделия, купленные в фикс-прайсе, и прошлогодние какие-то свои DIY-ки, так и новые. Все это будет на видео, то есть я завтра буду снимать, как я украшаю и что я делаю. Надеюсь, будет прикольно. А потом уже выложу это видео. Скотчики осенние. Скотчики осенние или по Хэллоуину, какие хотите. Жалко, мало очень кому понравилось видео с косметикой своими руками. Я его выпустила совсем недавно, но лично оно мне кажется, оно было интересным. А, кстати, смотрите, я уже сделала маникюр к Хэллоуину. Вот такие вот глазки. Это я как раз-таки готовлюсь к хэллоуинскому видео, чтобы руки были тоже в теме Хэллоуина. Я себе сделала такой маникюр. Это сегодня утром. Видео с новогодним декором. Новогодний декор уже хотите. Все записываю. Я думаю, мы начнем по традиции с открыток своими руками, а новогодний прям декор я уже буду делать, наверное, прям в первых числах ноября. Мне понравилось, я делала с медом. Слушайте, а у меня тоже есть мед. Может, добавить? Будет вкусно? Давайте попробуем. Смотрите, какой медик у меня есть прикольный. Мишка. Сейчас мы его добавим. Какого числа Хэллоуин? 31 октября. Кстати, вы хотите страшные вкусняшки на Хэллоуин? Вам вообще интересна такая тема? Видео с косметикой крутое, продуктивное. Ну, отлично. Хоть кому-то оно понравилось.
Так, я про видео. Нет, нет, это про какую тему, Наталья? А Ксения говорит, новогодний декор рановато. Я считаю, да, в октябре пока рановато. В октябре я планировала по Новому году сделать открытки своими руками, и если успею, сделаю подарки своими руками. А новогодний декор будет прям в начальных, в первых числах ноября. Вкусняшки очень хочу. Как этот мед открывается? У вас тоже есть проблемы? Вы можете открывать банки? Банки всякие, бутылки. У меня нет. Ну, в смысле, у меня есть с этим проблемы, и я... Представляете, нужно было просто покрутить крышку, а не открывать. Ну, я тормоз, конечно. Ах, прикольный мед, я обожаю. А страшные вкусняшки я уже мечтаю. А, тема классная, но, судя по прошлым годам, она была мало кому интересна. Я в прошлом году страшные вкусняшки не делала, но очень хочу сделать их в этом году. Поэтому, если вы за, то давайте сделаем. А, так, лимонка. Привет, Кристин. Когда начнем готовиться к Хэллоуину? К Хэллоуину я уже готовлюсь. Вот вам доказательства. Вот этот милый паучок готовится вместе со мной к Хэллоуину. А завтра мы будем с Алисой уже украшать дом. Я это все буду снимать на видео. Сделаю классный ролик. Хочу, чтобы вам понравилось. И прям в самом ближайшем будущем постараюсь уже выложить его на канале. Добавлять мед, пожалуйста, увидь. Добавь мед. Ну, я как раз-таки открыла, сейчас буду его добавлять. Все. Вкусненько. Ох, и сладкий будет у нас глинтвейн, потому что сок с сахаром. У нас мед, там еще приправа для глинтвейна, она тоже с сахаром. Так что будет прям такая сахарная смесь сегодня. DIY from Марьям. В нашей стране Хэллоуин не отмечается. Я все время, каждый месяц мне задают этот вопрос. А почему я праздную Хэллоуин? Я не делаю из Хэллоуина какой-то там религиозный праздник, не знаю, кельтский, какой еще там, американский. Я не делаю из него какой-то прям суперкульт, поклоняюсь там этим страшным чудовищам и монстрам. Для меня это прежде всего классная вечеринка. Мне нравится сама идея праздника, что можно не до смерти там бояться всяких страшилищ, чудовищ и вообще всякой вот этой атрибутики, а можно сделать из этого что-то веселое, интересное, в общем, повеселиться с друзьями, сделать какую-то вечеринку, какой-то праздник и так далее. К тому же я просто без ума от тыкв. Кто знает меня давно, кто смотрит мой канал, знает, что я просто обожаю тыквы, и они у меня повсюду. Моя тыковка, там ее видно, не видно, сейчас я ее покажу. Тыквы у меня просто в каждой комнате осенью, без них я не могу, это просто символ праздника, поэтому они у меня всегда со мной. А вот All House, я просто люблю тыковки и Хэллоуин. Молодцы, я тоже согласна с вами. Не надо было его добавлять, я говорила про видео с косметикой. Что-то я пропустила? А Вера Мамонова. Могу посоветовать делать новогодний декор в декабре, а не в ноябре. Ребята, в декабре будет миллион уже видео о Новом годе, о декоре и так далее. Я делаю их раньше, потому что меня очень просят зрители. Если зрители очень просят, я не могу им отказать. Я делаю то, что они хотят. Я сама, конечно, понимаю, что в ноябре еще рановато снимать про Новый год, но я это делаю, потому что я и сама хочу быстрее там приблизить этот праздник, хочу окунаться в эту яркую волшебную атмосферу и радовать еще своих любимых зрителей. Поэтому я делаю новогодний декор в ноябре, и этот год не станет исключением. Днем я в нечисть не верю, а ночью
это уже противонаучно, говорит Элина Котлярова. А по поводу нечисти, знаете, я, может быть, кто-то смотрел «Битву экстрасенсов», раньше шла по ТНТ, я не знаю, сейчас она идет или нет, и когда я ее смотрела, я реально боялась оставаться дома одна, мне всегда мерещились какие-то там духи, домовые, ведьмы и так далее. Я прям реально этого всего боялась. Потом уже, спустя какое-то время, я уже перестала ее смотреть, и я себя чувствую просто очень комфортно, никого не боюсь. Я призраков в своей жизни никогда не видела. По рассказам каких-то близких, знакомых, друзей, я слышала рассказы, что они реально видели там привидений, какие-то странные объекты, но я лично сама с этим никогда не сталкивалась. Поэтому я говорить об этом прям так не могу. Скажите, а в фикс-прайсе у вас уже к Хэллоуину продается декор? У нас почему-то нет. Элина Котлярова. А где ты живешь? Может, вам еще не завезли? Потому что я ходила 1 октября, и у нас уже все было. Первый раз я зашла в городе в Ростове, такой небольшой городок возле Ростова. И там было уже все к Хэллоуину. Сегодня я заходила в Новороссийске, и там также все продается. Спасибо за объяснение. Делайте, как знаете. Во всяком случае, вас поддержу. Верочка, большое спасибо. То же самое было. Канцелярию своими руками. Знаете, в октябре вот такие видео типа «Канцелярии своими руками». Вот я выпустила про кожу. Как ухаживать за кожей, да? Такое видео почему-то уже не смотрят. В октябре с меня просто требуют уже видео по Хэллоуину, по декору. Поэтому я уже буду делать именно о декоре видео. Кстати, вам была бы интересна тема маникюра на Хэллоуин. То есть рисую на ногтях или наклейки на Хэллоуин. Как вы на это смотрите? Хотите такую тему или нет? Так. А почему не надо было добавлять мед? Я не думаю, что будет как-то невкусно. Я думаю, будет хорошо, потому что, ну, как может мед что-то испортить? Я не знаю, надо ли или не надо, я точно не помню. Но думаю, хуже не будет. У меня в раннем детстве был сонный паралич. Это страшно потом. Есть что вспомнить. О, хаос, а что это? Я просто первый раз такое слышу. Что такое сонный паралич? А порекомендовать осенний фильм. У меня был целый пост в Инстаграме на эту тему. Осенний фильм. Я очень люблю «Дьявол носит Прада». Он осенний. Там осенние декорации. Я всегда осенью начинаю смотреть «Гарри Поттера» с первой по последнюю серию и сериал «Друзья». Ну, это прям для олдскулов таких, кто любит этот сериал. Для молодого поколения, я думаю, там шутки уже будут немножко староваты, но мне просто очень нравится вся вот эта атмосфера. Они там ходят в таких уютных свитерах, в таких пижамках, у них там всякие огоньки, такая красотища, поэтому я люблю этот сериал именно за атмосферу. Так. Когда новое видео? Новое видео у нас будет, как я его доделаю, ребятки. Сейчас я думаю, скорее всего, в эту пятницу уже будет видео про Хэллоуин. Может быть, раньше, если я его успею доделать. Я постараюсь сделать это как можно быстрее. Еще буду стараться делать прямые эфиры по тому графику, который у нас с вами написан на шапке канала. То есть я там писала, там у нас понедельник, среда, пятница и воскресенье. Вот эти 4 дня, в каких-то из этих дней будет видео, какой-то день будет прямой эфир. Так, сонный паралич – это когда реальность и сон сливаются. Ты можешь чувствовать прикосновение и видеть персонажей из сна. Ух ты, как интересно. Ну, на самом деле, это жутковато прям. Кирилл Бон нам такую эту серию смайлов поставил. Прикольно. Так. Виталий Риткевич. Делаю маску по рецепту. И так, с папиного аккаунта сидит у нас подписчица.
маску по рецепту. А что там конкретно? Что за маска из Пинтереста? Я тоже люблю Пинтерест, там часто зависаю, беру идею. Кстати, ребятки, кто участвует в моем хэллоуинском марафоне в Инстаграм? Я уже выложила первое задание. В этот раз просто так много спонсоров и призов, что я не знаю почему, но просто очень много кто согласился поучаствовать. Победителей будет аж 12 штук. Так что, если вы хотите поучаствовать, выиграть приз, в этом году есть просто огромный шанс получить какой-нибудь классный подарок. Главное – выполнить все задания, которые будут в этом туре. Уже первое задание я уже выложила, так что приступайте. Марафон будет до конца октября, то есть 31-го я уже постараюсь выложить результаты и раздать призы. Lifetime, новенькая, привет тебе! Я смотрю эфир, в то же время стою в стойке, когда пишу, для меня это отдых, а потом опять встаю. Интересно, да, тоже. Да, Элина Котлярова у нас участвует. Почему-то обиделась, Lifetime. Дарья Пискун, я тоже тебя очень люблю, спасибо, что смотришь меня. Так, что у нас еще? Очень крутые работы. О, спасибо огромное. И сейчас проверим наш глинтвейн, что-то он как-то долго у нас закипает. А уже почти, ребята. Мешаем наши ложечки. Смотрится красиво, и я думаю, уже скоро будет готов. Мы с вами его попробуем. Нарисовать современную ведьму. Очень интересное задание. Спасибо. Это как раз первое задание для марафона. Насчет маникюра чудесная идея. Ну, хорошо. Хочу чихнуть. О, нет, все нормально. Ты очень круто рисуешь. Сегодня твои несколько рисунков нарисовала. Ой, спасибо огромное. А какие? Кстати, кто сидит в Яндекс.Дзене? Я недавно начала его вести. Мне очень нравится статистика, что приходит очень много зрителей, хотя я нигде эту свою страничку не рекламирую. Так что если вы читаете Яндекс.Дзен, подписывайтесь на меня. Там я тоже Кристина Санько. Хэллоуинские видео ждут, ой, очень приятно. Завтра я уже начну украшать все к празднику, поэтому следующие эфиры у нас уже будут проходить с вами в такой обстановке жутковатой, волшебной и так далее. И я вам покажу все, что я купила тоже в фикс прайс. Сейчас я тут кое-что проверю. А, вот. Так, у нас что-то показывает или нет? Я почему-то не вижу наш эфир. Все ли нормально, ребят? Не вижу чат, куда-то у нас пропал.
А, все, вот восстановилось. Чат хорошо. Так, все работает, все норм. Да, теперь читаю вопрос, который я пропустила. Очень помогаешь. Ой, спасибо, ребятки, огромное. А сколько лет ты уже рисуешь? Я рисую с самого детства. Это было мое основное хобби, я его всегда очень любила. Поэтому каждый день я садилась просто и рисовала. Сделать на тему Хэллоуин украшения. Украшения я делала, по-моему, в каком-то из годов недавно. Так, сейчас, секундочку. Что-то не отправляется сообщение в чат. Стала известной, я просто делала то, что мне нравилось, выпускала видео о подарках своими руками на Новый год, и это видео всем понравилось, и оно набрало очень много просмотров. Потом начали подписываться уже зрители, и вот с тех самых пор я веду свой канал. Можешь Хэллоуин грим? Да, можно что-то сделать на эту тему. Я думаю, будет интересно. Если вам интересно, давайте тогда запишу в свою записную книжку. Давайте проверим. Гринфей. Гринфей до кипения не доводим. Примерно до 80 градусов он почти закипел, поэтому я сразу же его выключаю и давайте уже наливаю в кружку и будем пробовать. Немного разлила. Ну, надеюсь, сейчас все нормально будет. Сделала косметику к Хэллоуину. Косметику на Хэллоуин – это что? Имеется в виду образ, макияж в этом направлении. А как ты училась рисовать самостоятельно без художки? Я просто рисовала каждый день, изучала всякие направления искусства, смотрела передачи, читала очень много книг по рисованию и так опытным путем научилась. Но, если честно, мне не хватает этой художки, поэтому я стараюсь самосовершенствоваться с помощью как-то себя, своих знаний. А художка, да, если у вас есть возможность, обязательно идите, обязательно учитесь. Это, наоборот, вам поможет в будущем, если вы любите рисовать так же, как и я. Так, давайте сейчас будем пробовать. Что получилось? Пока горячий. Ой, он очень горячий. Не все еще. В этом году хочу сделать парный костюм. Он будет Франкенштейн, а я невеста и Франкенштейн. Типа по старым двум фильмам. Офигенная идея, единорожек, радужка. Классная идея, мне очень нравится. Я в этом году не решила пока кем буду. Скорее всего, ведьмочкой. Но пока думаю. Классно. Такой как горячий компот, но очень сладкий. Я бы, конечно, разбавила его еще водой. Ну, какой-нибудь горячий, чтобы не было так сладко, потому что реально очень много сахара было во всех приправах и специях. Я тоже обожаю рисовать, даже пошла в художку. Уже 3 года из 5 хожу, пошла бы
уделить этому больше времени. Обязательно ходи, если есть возможность, молодец. Хотя говорят, что художка ничего не дает, что учиться только после школы, но не знаю, насколько правда. Но ты будешь видна. Так, давайте, ребятки, отвечу еще на пару вопросов. Будем закругляться. Я пойду делать видео по Хэллоуину, как вы меня и просили. All House. Читаю, да, сонный паралич – это сон наяву. А мы же читали это уже сообщение. Человек не может двигаться, ему сложно дышать, и можно увидеть призраков, демонов. Боже, какой кошмар. И ты это все видела? Я люблю рисовать. Это классно. Можешь придумать все, что хочешь. Это классно. Именно по рисованию. А вам интересно было бы увидеть рисование по Хэллоуину, то есть рисунки на тему каких-нибудь там тыковок, страшилок, как я рисовала свои работы к марафону, потому что у меня есть видео, как я это делала. А Катя Кузнецова. И почему я не отвечаю? Я всем отвечаю. Я стараюсь всем отвечать. Так, что там еще какой был? Такую кружку-тыковку. Элина, да, это из Fix Price, новое поступление у них. Я вот недавно совсем ее купила. Почему так горячо? Я бы еще побольше корицы добавила. Вот All House. Было сложно дышать, и я видела призрака. Видите, какие у нас сегодня разговоры душевные. На самом деле это очень страшно. Я не знаю, как бы я отреагировала. Так, Ксения Филипченко. Нравится рисовать маркерами, но нужно подучиться. Реально, да, лучше подучиться. Прочитать хотя бы пару книг. И смотреть, конечно же, мои видео, где я рассказываю, что как делать и как правильно рисовать. Надеюсь, мои советы тоже тебе помогут. Я сделала страничку в ЛД про Кристину Саньку. Катя, спасибо тебе большое. Выкладывай где-нибудь в социальные сети, обязательно отмечай меня. Я обязательно репостну, чтобы все увидели твою страничку. Мне очень интересно посмотреть. Так, можешь завтра на видео показать на листочке именно как ты рисовала человека. Я очень часто рисую людей в своих видео, но если вам важно, как это все построение, как я делаю там, правильно располагаю глаза, там, нос, рот, как правильно рисовать волосы, то давайте обязательно сделаем. Почему удаляются сообщения, я не пойму. Лина, такая атмосфера дома классная. Да, я стараюсь каждый раз украшать дом как-то к сезону, пока у нас такая осенняя атмосфера, уже целый сентябрь. Завтра мы будем уже украшать дом к Хэллоуину, так что я обязательно буду об этом снимать видео и выложу его на канале, я думаю, в конце следующей недели. Где-то в пятницу постараюсь, может быть, и раньше. Всем привет. Симбат, Сима. Да, привет. Но мы уже с вами закругляемся, потому что я сейчас иду уже доделывать видео к Хэллоуину. Что с тобой, Вселенная ИИ? Рассказывай. Марафон. Тут был вопрос по марафону. В Инстаграм он проходит. Уже выложено первое задание. Условия марафона с картинкой, где там ведьмочка с крыльями и тыква. Вот там все условия марафона, и уже выложено первое задание, где нужно нарисовать ведьму, современную ведьму. Ксения Филипенко. А, Филипченко. Ксения Филипченко спрашивает, как Глинтвейн получился. Мне очень понравился. Единственное, что не хватает корицы. Кстати, меда я почти не чувствую. Я бы еще добавила пару палочек корицы и... Наверное, как-то его разбавило, потому что сейчас он реально очень сладкий. Я не люблю такой сладкий. А так, в целом, очень даже здорово. Бока еще горячие.
пока. Покажи, как тебя отметить. Я не умею. Когда вы выкладываете свой рисунок в Инстаграм, там будет такая кнопочка «Отметить пользователя». Вы нажимаете на нее и пишете мое имя, там Кристина Станькова по-английски. Сейчас я вам скину мой Инстаграм. Кто хочет поучаствовать в марафоне, он только начался. Там сейчас у нас 12 призов и будет 12 победителей. Кристина Санькова. Вот это мой Инстаграм. От имени Плюши я вам пишу. Да, смотрите, ребят, кто не успел на начало эфира, этот эфир останется в записи, вы сможете его пересмотреть, как я делала глинтвейн с самого начала и сделать его дома. Рецепт очень простой. Это безалкогольный напиток, который улучшает самочувствие, дарит радость и такую атмосферу такого осеннего праздника, так скажем. Мне он очень нравится, я его делаю достаточно часто, именно в такой холодный сезон, потому что он очень хорошо прогревает горло, и, ну, такой сладенький, вкусненький, и я обожаю корицу. Так что мне этот напиток очень нравится. У вас утро или ночь? У нас ночь. У нас уже почти ночь. У нас сейчас 7 часов вечера, и за окном очень темно уже стало. У вас вся семья празднует Хэллоуин. Я люблю Хэллоуин, Алиса тоже. А если мы вдвоем любим, то празднуют просто все. Никуда им не деться. Ладно, ребят, будем уже заканчивать. Эфир останется в записи. Пересматривайте, задавайте вопросики. В следующий раз мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Вам было удобно 5 часов вечера. Когда вы приходите, уже отдыхаете, тогда будем встречаться именно в это время. Так что давайте уже будем закругляться. Спасибо большое, что пришли на эфир. Всем удачи, пока, и тоже делайте глинтвейн. Скоро увидимся в этих